Привет! А знаете ли вы, как тяжело управлять коллективом из 150 человек? А зачем нам ман? Наш сервис должен быть очень простой. Для клиента это кнопка. Нажал на кнопку и заработал. Легко, когда у тебя всего одна задача. Но когда их становится огромное количество, ты не знаешь, что с этим делать. Наш сервис держится на общении сотрудников и на коммуникациях между ними. Андрей, такие вопросы у меня по один, я даже не знаю, как Мы попробовали общаться в почте, но когда у тебя во входящем ящике за неделю отпуска скапливается 3000 писем, хочется снова уехать в отпуск. Это очень большой стресс, ведь ты понимаешь, что от твоих поступков и скорости принятия решений зависит судьба всей компании. Давай поговорим об этом. Но сперва расскажи, какие у тебя были отношения с твоей мамой? Мы решили попробовать Bittrex 24. Нам он очень понравился. Через каких-то 2 месяца все наладилось. И мы ежедневно наблюдаем, как эта свобода в общении, ставшая доступной и простой в среде Bittrex 24, делает наш коллектив более сплоченным, дружным и креативным.